Привет, друзья, с вами Ваймс, и это мои планы на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Новогодняя неделя, так что на этой неделе будет топ этого года. Он будет на Ютубе 31 числа во вторник в 15:00 по Москве. Это будет премьера, так что приходите, там будет чат, еще что-нибудь, в общем, будет весело. Но помимо этого, на этой неделе по стримам все на удивление условно стандартно. В понедельник и в пятницу будет Dark Souls 2, Ogre of Darkness мод все еще. В стандартное время на Твиче 18:00 по Москве, все как обычно. В среду первого числа я бы хотел постримить Тарков. Я не уверен, насколько я смогу его постримить в адекватное время. И какое время считать адекватным. Но условно ориентировочно 18:00 по Москве. Может быть позже, может быть раньше. В общем, как получится, в Твиттере отпишу. В среду, собственно. Ну, в общем, да. 1 января стрим Таркова, почему нет? Там всякие новогодние игрушки можно находить, еще что-то. Может быть, их уже нельзя будет находить, потому что Новый год уже кончится. Но начнется. Не знаю, в общем. Посмотрим, разберемся. Хочу играть в Тарков. И все такое. Ну да, 3 стрима. Все условно, как обычно. В остальном, что касается не стримов, видео, все слегка неопределенно. Нео будет когда-то. И кроме этого хрен его знает что. Потому что я хотел бы когда-то записать видео про эндгейм Поя новый. Но проблема в том, что у меня не было особо времени, чтобы дойти до этого эндгейма. Да совсем эндгейма, там с Авейкинером и всем таким, который новый финальный босс. Я довольно близко, по идее, но еще не дошел. Когда дойду, будет какое-то видео по эндгейму и по лиге Метаморф, которую немножко поменяли, она стала значительно лучше, и всему с этим связанному. А также когда-то до релиза Monster Hunter World Iceborne, в идеале, будет еще один гайд по Monster Hunter. Но опять же, может быть на этой неделе, на самом деле маловероятно. Релиз, по идее, в следующий четверг или что-то типа того. Так что время еще есть слегка. Может быть, Тарков на видео после стрима, вместо стрима, не знаю, как получится. Может быть, нет. Но из того, что точно будет на этой неделе в плане видео, это топ и это Нео. Кроме этого, может быть что-то, может быть Astral Chain, может быть еще что-нибудь, как получится. Я пока что не уверен, что я успею записать, что я захочу записать. Но опять же, Поэ и Monster Hunter я бы хотел записать, но это нужно сначала в Поэ дойти до эндгейма, а в Monster Hunter написать этот гайд перед тем, как записать этот гайд. Но да, в общем, слегка неопределенно. Но все же, что-то будет. Эта неделя будет, наверное, немножко более активной, чем предыдущая, потому что на прошлой неделе было сколько, 2 всего лишь видео, потому что я был занят созданием топа. Теперь я топ доделал, так что, собственно, видосы в более-менее нормальном режиме. Хотя в понедельник ничего не будет, кроме этого видео и стрима. Ну и тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.